Буйск работы – больная тема для выпускников вузов. Студенты говорят, приходится жертвовать учебой, чтобы устроиться хотя бы на полставки или неофициально. После выпуска ситуация только усложняется. На работу по специальности без опыта не берут, и зачастую молодежь становится перед выбором – трудиться официально за очень маленькую зарплату или получать деньги в конверте без каких-либо социальных гарантий. Буквально уже через месяц я получу диплом магистра, я отлично учусь, но, столкнувшись вот с поиском работы, я поняла, что абсолютно не востребована на рынке труда. Еще один курс обучения, поэтому не так важно просто присмотреться, что вообще есть, какие есть предложения. Ценности поиска работы в данный момент – это довольно затруднительно, потому что для банка, по крайней мере, они требуют постоянного опыта работы. Форум собрал более 200 студентов донецких вузов. В основном это будущие экономисты, менеджеры и маркетологи. В советское время слово «карьера» носило негативный характер. Сегодня же это понятие плотно входит в нашу жизнь, уверены организаторы. Задача форума не просто найти людям работу, а научить студентов, как и в какой компании лучше всего начинать строить свою карьеру. Люди амбициозные, мечтают построить карьеру, мечтают не просто работать водителями, либо еще какие-то рабочие специальности, а мечтают применить действительно свои знания и показать их. В рамках форума прошли две образовательные сессии. На одну из них студентам рассказали, как использовать социальные сети для поиска вакансий и построения карьеры. По словам организаторов, раньше они делали упор на бизнес и предпринимательство. Сегодня сферы деятельности расширили. На круглый стол пригласили также представителей шоу-бизнеса. Есть классические университеты, есть отличные школы. А мы вырабатываем с вами новый механизм или новую форму взаимодействия между рынком, между коммерческими организациями, бизнес-организациями, различными преподавателями и вами. Это уже 7-й национальный форум. Он проходит дважды в год – весной и осенью. Подобные мероприятия имеют обоюдный интерес, отмечают организаторы. Предприятия привлекают на работу молодых специалистов, а студенты получают возможность начать строить свою карьеру. Елена Антонова, Дмитрий Шибалов, Алексей Костюк, «Панорама».